Саратов туристам. Городские власти ежегодно преображают наш город, делая его более популярным как среди российских, так и среди зарубежных туристов. В этом году главным в плане облагораживания города стало увеличение и преображение зеленых зон Саратова. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Пройтись по осеннему парку для саратовских родителей с детьми – занятие повседневное. Но даже в такие дни горожане замечают, насколько привлекательным стал облик Саратова. Анна Чугунова говорит, что несмотря на то, что проколесила пол России, родной город считает самым красивым. Я где только не была, и в Абхазии, и в Армении, и везде, и мне вот Саратов очень хороший город, я его очень люблю. Власти города ежегодно прилагают силы для увеличения привлекательности Саратова для туристов. Ярким примером такой работы стала театрализованная реконструкция средневекового города «УВЕК». Этот фестиваль стал победителем конкурса событийного туризма, проводимого под эгидой Министерства культуры страны. По словам представителей различных интернет-изданий, с каждым годом количество туристов, желающих посетить достопримечательности города, увеличивается. Растет и интерес к культурным местам Саратова у самих горожан. Как показывает запрос на нашем сайте, очень многие просят там сделать сборничек таких мероприятий, которые бесплатно проходят. И нам всегда есть что им подарить, сделать такую подборку качественную. Вот. Ну и кроме того, очень много массовых мероприятий для детей делается. Акции какие-то устраиваются разнообразные, также в парках, также на площадках. И это не обязательно приурочено к какому-то празднику. Из года в год по инициативе главы города Олега Грищенко увеличивается территория зеленых зон Саратова, а также приводят в порядок культурный центр города. И это не может не дать свои плоды. Так, по версии одного из туристических порталов страны, Саратов занимает лидирующие позиции в рейтинге городов для осеннего отдыха с детьми. Юлия Николаева, Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.